олени. Они просто любопытные. Нет, нет, они хотят нас убить. Не спеши, все хорошо. Просто иди, не бойся. Если нам удастся с кем-то связаться... Удастся. Скажем, что нужна помощь. А что делать, пока ждем? Вернемся в дом и соберем всех. О, нет, только не в дом. Нам надо остаться здесь. Вдруг спасателям будет нужно с нами связаться. Давай сначала включим радио. Это точно. Я не вижу. Что это? Это просто фонарь. Видимо, с датчиком движения. Очень странно.
вдруг ветер поднялся. Почти дошли уже. Ничего. Ну вот. То, что надо, поехали! Ну, отлично. Так, 1-0 в нашу пользу. Как по волшебству. Мне жаль, Ханна, что тебя не нашли. Служба лесной охраны Блэквудов. Прием. Алло! Кто-нибудь, алло! На вашей стороне. Если вы слышите, ответьте, нам нужна помощь. Прием, прием! Черт! Алло, алло! О, Господи! Слава Богу, нам нужна помощь! Алло, кто-то пытается с нами связаться? Это служба лесной охраны округа. Ваш сигнал очень слабый. Говорите медленно и четко. Прием! Спасите! Пожалуйста, помогите нам! Мы застряли на Блэквудской горе! Тут маньяк! Если вы это слышите, пожалуйста, повторите свое сообщение. Я не понимаю, что вы говорите. Пожалуйста, прием. Помогите нам! Алло! Алло, назовите себя! Прием! Господи, так... Это... Меня зовут Эмили. Алло! Вас плохо слышно.
Ясно. Повторите. Прием. Мы на Блэквудской горе у лыжной базы. И здесь убийца. Он охотится за нами и уже убил одного из наших друзей. Пожалуйста, вы должны помочь нам. Датчик движения что-то засек. Может, это долбанный олень? Слышу вас, мэм. Пожалуйста, оставайтесь на месте. Мы сможем прислать вам вертолеты, как только закончится буря. Прием. Что? Когда? Сколько ждать? Не раньше рассвета. Ни хрена себе! О боже, он здесь! Он пришел за мной! Слушай, тут все еле держится. Мэн, сделай что-нибудь немедленно. Чего ты ждешь? Я думаю. Дай подумать. Не думать надо, идиот, а вытащить меня отсюда. Эмили, ты на взводе. Успокойся. Все будет хорошо. А, замолчи, это невыносимо. Все, прекрати орать на меня и дай мне разобраться. Ладно? Сам заткнись! Почему ты сомневаешься во всем, что я говорю? Меня это уже задолбало! Я попробую добраться и вытянуть тебя! Мэтт, а теперь, пожалуйста, вытащи меня с этой чертовой вышки, Мэтт! Ну, сделай уже что-нибудь! Я иду! Иду! Черт! О, о. Мэтт! Она сорвется! Наверху нет? Не знаю, не видел. Наверное, сюда спустилась. Тут ее тоже нет. Так.
такое? Да что здесь творится-то вообще? Крис. Сэм! Что? Крис, я просто хочу сказать, я понимаю, как все это тяжело. Он же все-таки твой друг. Эшли, все. Нет, я только хочу сказать спасибо, что спас мне жизнь. Эш, ну а как иначе-то? Я должен был тебя защитить. Должен. Эш, ты как? Я просто... Джош ведь был твоим другом, Крис. Давай найдем Сэм. Это первое, что нужно. Но я же, господи... Эшли, все, хватит. Я совсем не хочу об этом сейчас думать. Крис. Мы ищем Сэм. Тень. Погоди, ты это видел? Что видел? Это, Крис! О чем ты говоришь? Там было что-то полупрозрачное, как призрак. Да ну. Я серьезно. Почему ты мне не веришь? Я же его видела. Какой мне смысл врать? У нас просто был шок, ясно? Твой мозг спекся. Мой мозг спекся. Я не верю даже своим глазам. Я не знаю. Не знаю, но... Я точно видела что-то, Крис. Это понятно. Ты просто... Мы оба сейчас немножко как бы не в себе. Нам просто нужно собраться, согласна? Крис. Вот что, главное не терять головы. Мы что, с ума сходим? Мы искали везде, Сэм может быть только здесь. Давай, лучше пойдем найдем остальных, а? А вдруг мы нужны Сэм? Вдруг она в беде? Наверняка. Идем. Что за приколы? Да что здесь происходит? Я так испугалась. Но почему здесь стали происходить все эти странные вещи? Двери хлопают, свечи зажигаются сами по себе и... Этот призрак или что Эшли, это там? Эшли, мне кажется, ты не совсем понимаешь, что происходит на самом деле. То есть ты... Ты не видел, как белая фигура прошла рядом с нами? Нам просто мерещится. Ничего мне не мерещится. Знаешь, я тоже кое-что видел. Я видел, что случилось с Джошем. Вот что меня беспокоит. О, Крис, прости. Прости. И знаешь, что меня беспокоит? Я волнуюсь за Сэм. Что с ней случилось, если здесь и правда маньяк? Ей тоже может угрожать смерть. Не говори так. Прошу, Крис.
Смотри, 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 Крис! Через окна все видно. Что видно? Посудку, что ли? Нет, там целая сценка с куклами. Да? Тебе нужен ключ, если хочешь поиграть. Что? Ты не видел? Нет. Ты уставился в телефон, отправляешь твит, хэштег «За нами гонится призрак»? Эш, да успокойся ты, окей? Ну какой еще призрак? Чей, блин, призрак? Понятное дело, ты сейчас на нервах, ты но... Ты просто не смотришь, я видела его, тут призрак, и он похож на Хану, на Хану! Постой, или, что? Или на Бет! Господи, Эш, по-твоему, они пришли за нами после сеанса? Не знаю, может... Не пришли, потому что... Призраков не бывает, понимаешь? А кто же тогда говорил с нами во время сеанса, Крис? Не знаю я. Что это? Картина сама со стены слетела. Это... Видишь? Это... Теперь видишь? Я не знаю, что это, и я... Бред какой-то. Оно указывает нам путь. О, невероятно. Кажется, призрак хотел, чтобы я это увидела. Так, 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 так. Что это там у нас? Ой, мама, это... Как будто... Это не как будто, это мы. Спрятались и ждем Ханну год назад. Но все точь в точь, я сидела именно там, а здесь Мэтт. Это сделал кто-то из наших. Кто там был? Или кто-то, кто за нами наблюдал. Это угроза. Кто-то... Ну, кому-то просто хочется напугать нас. Нет, это наверняка призрак. Он хочет сказать, что это маньяк убил Ханну и Бет. Просто тот ублюдок пытается заморочить нам голову. И зачем бы он все это устроил? Ну, типа он говорит, что будет на нас охотиться. Нет! Это дневник Ханны. Мы все собрались здесь, на горе. Это будет потрясно. Посиделки у огня. И, господи, Майк, я просто балдею, что он будет. Не могу читать. Это невыносимо. Я уверена, что Джошу стало сильно лучше после больницы. Я видела его сегодня. Это было за пару месяцев до того дня. Я видела его сегодня, и он выглядел лучше, настроение хорошее, но... Он проходил курс психотерапии, долгий курс. А мама с папой и словом не обмолвились. Выходит, я так мало знаю о брате. Я просто реву, когда думаю, как ему должно быть одиноко. Что это? Звук шел оттуда. Yeah.
Ручки нет. Тупик. Твою мать! Крис! Крис! Пусто. Но ты же видел его! Ты видел? Ну, видел что-то. Куда он делся? Эй, посмотри! Это что, каталог промышленных ламп? Это очень странно. Смотри, одну лампу обвели. Это мощная лампа. Думаешь, это он? Ну да, вполне возможно. Не люблю, когда подглядывают. Лучше. Отвали, козел. Теперь лучше. Только подумай, что страшнее некуда. Ух ты! Что это было? Постой, там дальше другая комната. Огромная! Крис, я не хочу идти дальше. Ну, и куда это мы попали? Глазам не верю. Ты знал, что здесь так? Это как будто совсем другой отель. Я понятия не имел. Все, я так больше не могу. Да, и я тоже уже на грани. Я так хотела забыть все, что случилось в прошлом году. Честно говоря, Хана поступила, не подумав. Да, ну,
Ты же знаешь, как бывает, когда всерьез влюбишься. Здорово. То есть мы поставили нашу беззащитную подругу в ужасное положение и вынудили убежать ночью в лес и без следа исчезнуть? Интересно, а ты? Ты бы на ее месте не убежал, если бы над тобой так посмеялись? Надо мной же не смеются. В глаза. Что? Крис, мы выставили ее жуткой дурой перед всеми друзьями и парнем, который ей нравился. Ничего хуже я и вообразить себе не могу. Они поддельные? Но зачем подделывать газеты? Это хороший вопрос. Знаешь что? Нет. Эш! Нет, с меня хватит. Я не собираюсь еще глубже погружаться в этот кошмар. Эшли. Я все понимаю, хорошо? Меня это тоже достало, но если Сэм там внизу с убийцей, а мы уйдем, считай, что мы сами ее убьем. Господи. Эшли, идем. Почему ты всегда прав? Я не всегда прав. Ну, когда ты прав, ты прав. Я не хочу быть прав, я хочу уйти. Нет. Надо найти Сэм. Пошли. Крис, у меня такое странное чувство на этот счет. В смысле? Получается, тот же тип, который подделал газету, установил и камеру, да? Да, наверное. Просто выходит, что он все это подстроил, а теперь наблюдает, как мы тут носимся в панике, как будто это какой-то эксперимент. Жесть. Хотя, знаешь, так на самом деле все обретает смысл. Думаешь? Класс. Очень соблазнительно.
О, черт! Думаешь, все это его? Ну, если только хозяева в свободное время не предавались извращениям, то да, наверное. Это мы! Это что такое? Черный список? Безумие! Эй! Господи, это с прошлого года. Наш розыгрыш. Как-то немного неловко. Я не видела эту запись. Твоя записка? Она такая... Рад, что ты пришла. Какая такая? Радостная и живая. Она еще не знает. Ой-ой. Ха, ух ты. Я и забыл, что ты это поддерживала. Это ужасно. Мне так стыдно. Похоже, тебе понравилось. В этом и весь ужас. Мы просто устроили розыгрыш. Думали, что веселый. Да. Не хочу больше это видеть. О. О, Крис! Что это такое? Эш, стоп, успокойся! Я этого не выдержу, призраки, это видео, вся эта летающая... Да, успокойся, хрень! Эшли, послушай Почему? Меня! Почему я должна успокоиться? Я в шоке от всего этого! Подумай, это все кто-то подстроил! Что? Послушай, призраки не включают видеокамеры! Ну подумай сама! И кто же все это подстроил? Серьезно? Ну кто? Ну не знаю, может тот же человек, который связал тебя и убил Джоша? Да, да. И у которого может быть Сэм прямо сейчас. Наверное, ты прав. Я этому не рад. Смотри сюда. Кровь? Вдруг это Сэм. Ладно, попробую открыть. Есть, но черт, она тяжелая. Осторожно. Пролезай, не могу долго держать. Давай. Крис!
скорее! Я видела там Сэм! Эш, ты уверена? Я не знаю, но надо же посмотреть! Ну я уверен, что тот, кто истекал кровью, зашел сюда, и нам бы поторопиться! Ну ладно, ладно, хорошо, я иду. Слава богу! Думал, эта штука меня раздавит. Давай. Не понимаю, зачем тут вообще нужно охлаждение? Здесь и так дубак. Ну кто знает, что в голове у этого типа. Эй. Сэм? Сэм! Я не... Черт. Не понимаю. Это манекен. Да, это я вижу. Почему он одет как Сэм? Не знаю. Зачем пытаться выдать манекен за Сэм? Крис, я вообще ничего не понимаю. А Сэм-то где? Какой ужас, какой ужас. Крис! О, черт! Нет, отвали! Не подходи ко мне! Нет! Нет, 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 нет! Живи и учись! Что? Живи и учись! О, голова трещит! Черт! Попали! Эш! Эш! Боже! Эш, что он с тобой сделал? Вроде ударил. Черт, я этого козла убью нахрен! Что это? Это он! Нет, Крис! Тот, кто убил Джоша! Боже мой, нет! Господи! Кровожадный Крис! Ублюдок! Чудовище! О, господи, мы умрем, Крис! Я не хочу умирать! Эшли, никто не умрет! Если б я могла сказать, почему так несправедливо! Что? Что сказать? Слишком поздно. Какой теперь смысл? Нет, ты уж скажи. Мы все время ходили кругами, а теперь конец. Теперь все пропало. Эшли, ничего не пропало. Но почему? Потому что я был счастлив. Каждое мгновение, которое я провел рядом с тобой. И как мне это понимать, Крис? Прости. Я должен был прямо сказать. Блин, Крис. Когда мы отсюда выберемся... О, господи! Нет! Эшли, я тебя вытащу, я тебя спасу! Ну что ж, мои дорогие подопытные. Ох, черт! Боюсь, Крис. Не бойся. Правильно делаешь. Вот в чем фокус. Сегодня Крис уже сделал роковой выбор. А теперь он должен сделать еще один. Крис, ты можешь взять этот пистолет и застрелить Эшли. Или застрелить себя. Тот, кто останется, будет жить. Выбор за тобой.
уже один раз спас меня. Черт! Теперь дай выбрать мне, дай мне спасти тебя! Пусть это последнее, что я сделаю в жизни, я так хочу! Крис, пожалуйста! О, Господи! Нет! Мне страшно, Крис. Все зашло слишком далеко. Разве не видишь? А? Не понимаешь, что это истязание? Пора прекратить. А? Скажи, кто вообще дал тебе право играть чужими жизнями? Что в тебе такого особенного? А? Таких, как ты, в психушку надо! Ты соображаешь, что ты творишь? А? Что ты вообще творишь? Чудовище! Ты чудовище!